Вырвался вперед, я вырвался. Я так понимаю. Серьезно, давай! Серьезно, делай! Сам! Рядом с ним ложила. Сережечка. Давай, лови лосину. Чего он уже начался? Ловелас догоняет Колчака. Я на Колчаке ездил. Не обережает его. Был. Так еще только поехали. Еще поехали только. Еще. Колчак стоит. Он его подружает. Извините, перехват. Сейчас догоню. Будет еще двое, еще и Ловелас по-прежнему лидирует, и лошади ходят в левый поворот. Колбаса победила. Сережа, давай. Колчак стал в спину Ловелас и ждет хорошего момента. Отрывается. Он мешил, да, Мария, ногами представляет, ничего. Тут длиннее, видишь? Рвал, блядь. О, что это было? Лошади проходят по кругу. Он умница, вытянулся, блядь, как положено ему. Да. Едь, не верти. Половина дистанции пройдена за 1 минуту 20 секунд. Где-то три. Ловелас по-прежнему лидирует под управлением Шатунова Вячеслава. Не догонят. Нельзя. Все увеличивается, еще раз увеличивается. Сань, не-не-не, я скажу, что не догонят. Ловелас уверенно лидирует. Да, конечно. Дед, еще нас не видит. Наверное, его не достать. Да, внимание, сейчас лошади выйдут на финишную прямую. Что надо нам эти деньги? Какие спеша? Где встали? По-прежнему Ловелас лидирует. Он молодец, видишь, он башку выдернул. Давай, Ловелас. Ловелась! Ловелас лидирует. 30 минут и 35 секунд. Покормил его, куда?